Здравствуйте, меня зовут Инна, я представляю компанию «Электромотор». Сегодня в нашей рубрике «Ответы на вопросы» я расскажу вам, как стабилизировать напряжение в сети. Стабилизировать напряжение в сети вы сможете, приобрев для себя стабилизатор. Определить, какой именно вам нужен, вы сможете, сделав замеры перепадов. Давайте послушаем, что об этом говорят наши эксперты. Стабилизатор. Есть такое понятие от слова стабилизировать, стабилизатор. Приобрести стабилизатор, который стабилизирует. Стабилизировать напряжение в сети. Отключить что несколько. Происходит? Отключить несколько этих электроприборов из сети. Есть переходники специальные, которые регулируют напряжение. Но в сети у нас всегда напряжение. Как это называется? Вылетело слово из головы. Я забыл приспособление. В общем, вопросы не для нас такие. Стабилизировать? Стабилизатор можно взять, купить. Или до этого поставить, возможно. Купить стабилизатор. Дополнительно ничего не включать. Никаких электроприборов.